Российский пропагандист Сергей Мардан эмоционально отреагировал на возможный запрет продажи товаров с Z-символикой в Казахстане. В эфире пропагандистской программы «Соловьев Лайв» он пригрозил серьезными последствиями, а также стал открыто намекать, что Казахстан пожалеет о таком решении. Об этом сообщает казахское издание «Орда». В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров сообщил, что такие выпады не стоят внимания дипломатов и граждан. На него надо вообще реагировать. В последнее время, кажется, вообще не надо на такое реагировать. Вы видите эти эмоциональные выступления. Я думаю, что это не тот уровень, чтобы реагировать на эти высказывания. Отметим, власти Казахстана прорабатывают введение запрета на товары с этнополитизированной символикой в стране. Речь идет в том числе о символике ЧВК «Вагнер» и буквах «Z» или «V», которые российские захватчики наносят на военную технику, которую используют в войне против Украины. Генпрокуратура Казахстана отметила, что эти символы стали часто использовать после начала полномасштабной войны в Украине, и они вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Ведомство предлагает штрафовать за ввоз и распространение товаров с данной символикой.